Друзья, продолжаем экскурсию по дилерскому центру «Россельмаш» в городе Рязани. Сейчас у нас на очереди обзор на комбайн «Акрос 550». На новом мы только что отсняли, и сейчас нам расскажут про данную технику. Алексей, вам слово. Спасибо. «Акрос 550» перед вами. Агрегатируется в данный момент 7-метровой жаткой. Это для уборки зерновых. А также устанавливается на данный комбайн жатки тоже низкого среза, то бишь соевые жатки. Жатки для уборки кукурузы, сои, подсолнечника и тоже, то есть там есть моменты, ну, предустановка перед уборкой кукурузы, например, подсолнечника, системы переоборудования, чтобы не размолотить, так скажем, зерно и снизить нагрузку на комбайн. Здесь уже у нас установлен бункер 9000 литров объем, это довольно-таки хорошие показатели. Высота выгрузки, соответственно, здесь больше, чем на Нове, про которую я вам рассказывал ранее. Двигатель здесь V-образная шестерка от Ярославского моторного завода установлена. Тоже с механическим впрыском, никаких электронных систем. Соответственно, неприхотлив к топливу, экономия по топливу идет. Система возврата на дымолот здесь установлена уже, то есть в базе. Это автономно, она работает, ничего здесь делать не надо. Вот оно представлено вам. Также здесь установлен уже ресивер компрессора воздушного на 100 литров, объемом 100 литров. И можем наблюдать, что здесь установлен даже рукомойник для механизатора, то есть он может там после работы, либо после какого-то ремонта помыть руки. Вот он, пожалуйста, в доступе. Это тоже клавишная версия комбайна. Здесь установлено 5 клавиш. По размерам уже заметно, что он намного больше, чем тот комбайн, про который я вам рассказывал ранее. Производится все в России. Моторы, коробки, на нем все, что становится, все тоже наше. Ну и, соответственно, быстрое реагирование сервиса на любой ремонт. То есть у нас в течение 48 часов, если комбайн на гарантии, он даже быстрее все это выполняется, и комбайн дальше едет зарабатывать деньги для хозяйства. Он не стоит, он работает, он реально работает. Поэтому его и любят аграрии, его покупают активно, активно на них работают, и есть живые отзывы, то есть которые там уже не один, и не два, и не три года работают на них, и реально хорошие отзывы. То есть можете поспрашивать, тем более в Рязанской области много аграриев, наверное, знаете, и можете у них поинтересоваться, то есть как бы живые отзывы реально хорошие. Они же вот до сих пор, то есть выпускаются, да? Да, с конвейера сходят. Это вот возможно 23-й или 24-й год, возможно даже 24-й год. А, то есть они вот прямо идут с этими движками, то есть китайские еще не ставили движки нет, на них, нет, да? Нет, нет. Не планируют? Нет, на них нет, потому что достаточно тех лошадей, которые здесь есть. То есть там у нас есть линейка Акрос 550, 585 и 595 плюс, они до 320 лошадей. Uh-huh. Они на всех устанавливаются моторы EMZ. Комбайн новый, он приехал с завода к нам, мы его, грубо говоря, собрали вот и предоставили вам, чтобы вы на него посмотрели вживую. Пройдем тогда к кабине, да, пойдемте. Посмотрим, как механизатор пойдемте себя чувствует во время работы. Кабина здесь уже установлена другой версии, здесь уже Комфорт Кап 2 установлена кабина. Комфортнее, больше кабина. В прошлый раз я вам рассказывал про комбайн Нова, про Advisor. Здесь он установлен уже цветной, то есть он более функциональный, более понятный. То есть тоже все, угол наклона рулевого колеса выставляем. Мы даже можем, хотите углубить руль, хотите вытянуть его максимально к себе. То есть все удобно, все под рукой. Вот, если не надо, убрали. Также ящик для охлаждения напитков, система кондиционирования, то есть в кабине реально, то есть кондиционер охлаждает хорошо, здесь не жарко, здесь не пыльно, потому что здесь установлена проклейка, здесь ни по какой пыли, ничего, то есть он сидит, все комфортно, все что же чувствует, тоже установлена аудиоподготовка, вот, тоже механическая коробка передач, все понятно, все ясно, все под рукой. Можем так его запустить. Все. То есть вот можете наблюдать, что он цветной. Вот, то есть тут уже все в этом компьютере показывается.
очень удобно. Количество оборотов, температура двигателя, температура, уровень топлива. То есть все понятно, все ясно. То есть здесь уже на кнопках мы заходим в меню компьютера. Сейчас он прогрузится, система, он должен почитать все датчики и нам дать уже какой-то момент, чтобы мы могли. Вот, то есть все, вот мы нажимаем, мы уже тут смотрим обороты, то есть работа барабаны, деки и так далее. Говорит про резервный остаток топлива, голос, не знаю, сейчас слышали или нет, то есть она сообщила нам о том, что топлива мало сейчас. Ну, комбайн только привезли, мы его еще не успели заправить. Ну, Акрос у нас еще славится тем, что у него самый чистый вымыл среди конкурентов. У него здесь копир идет за счет пружин. Вот. Есть еще момент с системой копирования рельеф электроны, то есть это, например, на 595 плюс он представлен. Можете наблюдать, во-первых, сколько здесь места. То есть сразу у нас фильтра в ближайшем доступе, чтобы быстренько поменять во время уборочной, чтобы не тратить время на обслуживание. Быстренько поменяли все, все закрыли и сразу в работу. То есть тут двигатель, вот я говорю, V-образная шестерка Ярославского моторного завода. Неприхотлив, я говорю, то есть качество топлива он, любое топливо он переработает, потому что здесь обыкновенные форсунки установлены, никакой электронной системы. Вот. Также все можно следить за уровнем масла удобного, уровень охлаждающей жидкости, фильтра и все остальное. Вот. То есть даже вот посмотреть здесь места достаточно много, можно посмотреть все. То есть огнетушители идут сразу здесь, потому что за безопасность тоже как бы надо смотреть за безопасностью работы, и все бывает. Все? Ну, правда, удобно. Ну, вот так продувать, да? Да, вот так вообще нормально будет. Здесь, тем более, уже компрессор этот установлен, поэтому вам что, ресиверы подключили шлангом. Ну, его можете... не, его, чтобы продувать, все равно надо дуйка хватит, посильнее, помощнее, так компрессор, конечно, не особо продуется. Можно компрессором удобно продувал сколько раз. Пыль выдувать вот из таких щелей тонких, там напор такой нормальный. Ну, здесь тоже самый вы примерно представляете, да? Все, вот это вот открывается. Это радиатор, да. Да. То есть... можете залезть, все обслужить, продуть и так далее. Он еще дальше открывается, соответственно, то есть там надо стегнуть. Вот тут реально капот. Открыл и, пожалуйста, можете залезть в любую точку, посмотреть. Ну вот Акрос 550, он прям как база для фермеров. То есть да, мы много да. раз ездили, и прям во многих хозяйствах, мне кажется, во всех хозяйствах по одному, но точно есть да, по одной Акрос единице. Да, Акрос себя хорошо показывает, их любят. То есть все, и 550, и 585, и 595 плюс. Вот, то есть... У вас вот в Рязанской области часто берут Акросы 550? Да, часто, очень да? часто. Чаще, чем остальные, наверное. И 550, и 585. То есть вся линейка Акросов очень актуальна сейчас, потому что первый момент – это надежность, второй момент – это чистый обмолот, минимальные потери, можно сказать, их отсутствие. И то, что то есть машина с хорошими отзывами, то есть у нее уже наработана своя база, то есть если спросить у любого агрария, у которого есть Акрос, он скажет, что это реально хорошая машина для уборки. То есть неприхотлив, экономичен, недорогие запчасти, их наличие, что немаловажно mm-hmm. сейчас, потому что простой комбайн стоит очень дорого в момент уборочный. То есть а на Акрос, да в принципе на всю линейку Россельмаш запчасти есть. Какие решеты на нем стоят? Универсальные тоже, да? Да, тоже универсальные решеты, да. Это, кстати, есть, очень удобно. Да, потому что, ну, как бы, быстро перейти с одной культуры на другую, перецепили адаптер, поменяли там, грубо говоря, одну звездочку и цепь, чтобы там уйти на кукурузу. Это угу. там час-два, и все, и ехать молотить дальше. Ну да, решеты это минимум полдня надо менять. Да. Поэтому это очень удобно. Заметили, вот какой-то шланг выведен. Расскажите, пожалуйста, да, что это за шланг? Так скажем, своего рода пылесос, который высасывает налипшую вот эту вот, получается, солому, либо какую-то пыль с, вот видите, вот вентилятор установлен. И он его вот вниз высасывает сюда и скидывает, можно сказать, под колесо, под заднее, чтобы
Никуда это больше не летело, тем более есть еще такой момент, что бывает и перед кабиной, вы знаете, когда работает жатка, то есть кабина вся в пыли, механизатору все плохо видно, а здесь как бы там ничего не пылит, здесь установлен своего рода пылесос, который вытягивает всю вот эту пыль и солому, налипшую вот на, так скажем, радиаторы, то есть на кассету радиаторов, которая установлена там. Алексей, большое спасибо за еще одну проведенную экскурсию, за показ данного комбайна. Нам было очень интересно, я думаю, нашим зрителям тоже было очень интересно. Спасибо вам то, что приехали, посетили нас. Приезжайте еще, мы вам расскажем, есть о чем рассказать, есть что показать. Поэтому и ждем и гостей, и всем, кому интересно, приезжайте, все покажем, все расскажем. Вам спасибо еще раз. Секунду, всю подробную информацию можно узнать в описании под роликом.